друзья, всем привет, с вами Тимур Насыров. Походы по тропам Южного Урала. Сегодня 3 сентября, мы находимся на вершине горы Большой Ремель. Та самая точка, где сейчас стоят ребята с нашей группы, это и есть вершина горы, отметка 1582 метра. Прохладно, ветер, мерзнут руки. Но тучку сдуло, во время которой мы поднимались, и стало более-менее видно. Это каменная речка у нас, вот эти вот пятнышки, это Тыгынские болота, про которые я столько рассказывал. Это безымянная вершинка хребта Валяк. Это все идет каменная река. Это вершинка Абрашбаш, которую вы знаете по предыдущему видео. И, собственно, плато Большого Ремеля. Людей сегодня мало. То ли учебный год начался, то ли просто прохладно. Но те, кто поднялся, сделали это не зря. Получили массу хороших фотографий, видов и впечатлений.